Марш. Марш! Дракон? Дракон! Ты куда? Ты чё тут гадил? Дурачок. Ай! Утром каша была густой, они очень трудно кушали. Каша прилипла на во рту, и им было некомфортно. То есть они мучились, когда утреннюю кашу кушали. Сейчас я размешал, добавил воды, жидкий сделал кашу. Вот сейчас этой проблемы уже нету. Сейчас они кушают и не дыхают. Уберите твою лапу от него и нормально кушайте. Все, давай, там вообще чуть-чуть осталось, быстро. Да, значит, надо размещать водой и жидкий кормить им. Жидкие они быстро кушают и хорошо кушают. Утром 10 минут я ждал, что они до конца кушали. Сейчас всего прошел 2 минуты, уже все закончилось. За 2 минуты кушали сейчас. А утром 10 минут они еще до конца не смогли кушать. Ты что там, дракон? Не надо, тебе сюда нельзя. Иди, вон, вон отсюда иди. Давай. Да, иди на улицу, давай. Иди гулять. Иди гуляй. Иди гуляй. Все, за 3 минуты кушали. Вот этот щенок опять пошел писать. Постоянно он во время еды идет писать.